С начала пандемии медики находятся на передовой борьбы с коронавирусом, поэтому они в числе первых стали проходить вакцинацию. Именно с нас должно начинаться формирование коллективного иммунитета, говорят работники здравоохранения. Так, на сегодня привиты уже 96% людей в белых халатах. Почти полностью вакцинирован коллектив первой городской поликлиники. Прививки против ковид не получили только те, у кого медотводы, в их числе сотрудники с хроническими заболеваниями, имеющие детей на грудном вскармливании и беременные. Опасность заражения в поликлиниках высокая, работающие здесь каждый день рискуют своим здоровьем. Поэтому сотрудники медучреждения одними из первых стали получать защиту от коронавируса. К поликлинике на сегодня прикреплено около 68 тысяч горожан в прививочных кабинетах. Все желающие могут получить вакцину «Спутник Ви» и «Коронавак». Я получила прививку в марте. Врачи, медсестры, все мы говорим пациентам, что вакцинированные легче переносят коронавирус. Объясняем важность этой процедуры. На сегодняшний день у нас работает свыше 600 человек, сотрудников. Из этих 600 человек где-то 22 человека у нас сидят на декретном отпуске. Остальные 560 человек все вакцинированы. Почему? Потому что у нас изначально весь коллектив готовился к тому, что когда будет вакцинация, мы все привьемся. Потому что мы понимаем, что если есть коллективный иммунитет, в нашем коллективе вирус никогда не будет. Также на сегодняшний день у нас где-то свыше 15 тысяч человек нашего прикрепленного населения, они привиты.